Без алкоголя остались два самарских бара после проверки областного МВД. В общепите промышленного района полицейские и активисты народного контроля зафиксировали факт продажи товара с градусом без сопроводительных документов. Лицензии и разрешения на предпринимательскую деятельность у хозяина заведения также не оказалось. Весь алкоголь из оборота изъяли, продавали спиртное без документов и в баре на улице Владимирская. По итогам проверки предприниматель лишился 11 литров спиртного на сумму 8 тысяч рублей. Установлен факт реализации алкогольной продукции в отсутствии соответствующей лицензии, а также сопроводительных документов, подтверждающих легальность производства и оборота указанной продукции. За совершение указанных правонарушений виновное лицо ожидает административный штраф в размере от 14 до 20 тысяч рублей с конфискацией изъятой из незаконного оборота алкогольной продукции.